Я поздравляю с вступлением в партию «Единая Россия». Спасибо. Это важный момент в твоей жизни, важный для нас тоже. Илья, я уверен, что твой опыт и твой пример подтолкнут молодых ребят к их решению прийти в региональное отделение партии и вступить в «Единую Россию». Спасибо. Вы понимаете, эта партия мне действительно не чужая. И в текущих условиях я посчитал важным и правильным вступить в ряды. Постараюсь, точнее, применить свои знания правильным образом в сферах развития детского спорта и любительского тоже, в сфере, может быть, здравоохранения, образования, поддержки малого и среднего бизнеса, предпринимательства. Еще одним очень актуальным для меня, в том числе, и интересным является направление цифровой трансформации и государства, и партии, и бизнеса. Считаю, что особенно в 21 веке это ключевое направление развития.